Наша цифра 3227 – это в новых рабочих местах. Таковы оперативные данные Комитета по труду и социальной защите облсполкома за 9 месяцев. Создание новых рабочих мест – ключевой показатель работы местных властей. Учитываются только новые производства и предприятия. План на год – 4100 новых рабочих мест. Но реально на предприятиях и в организациях области открывается больше вакансий. На кондитерской фабрике в Круглом в этом году создали почти 20 новых рабочих мест. Ну, это кукла. Торт получится в форме куклы. Для девочки. Девочке 10 лет. На день рождения. Работа любимая, поэтому все торты я делаю с удовольствием. И рада, если люди оценят и будут довольны моей работой. Кондитерский цех – сладкое царство и женское тоже. Основные рабочие места на фабрике принадлежат прекрасной половине человечества. Говорят, у настоящего кондитера в работе должно быть спокойно и светло на душе. Какие чувства вкладываете в свои торты? Ну, все с душой делаем. Когда-то на месте этого здания был пустырь. Частному предприятию выделили 1,5 гектара земли. Предприятие создали специалисты, которые занимались кондитерским делом в России, а потом вернулись на родину. Теперь здесь фабрика, где работают 77 человек. В свое время был хлебзавод и были выпуск кондитерских изделий, но в связи с тем, что он закрылся, народ уже квалификацию свою давно утерял. А здесь приходилось все начинать заново, обучать. Но на сегодняшний день я скажу, что мы очень хорошо и красиво выглядим. Фабрика работает почти 5 лет. Производство расширяется, и местные люди этому рады. Вишенка на торте – символ хорошего заработка. С самого открытия, когда открылась фабрика, я пришла сюда работать. Коллектив у нас очень хороший. Продукции очень много. Это очень интересно – учиться чему-то новому постоянно. Вы здесь живете в Круглом? Да, рядышком. Легко ли найти работу в Круглом? Нет, нелегко. Очень тяжело. Вот так. Так что за место приходится держаться? Конечно, приходится. Детки есть, приходится держаться. Для сведения, рынок кондитерских изделий перенасыщен и конкуренция на нем большая. Приходится брать качеством. Девиз предприятия – меньше химии, больше натуральных белорусских продуктов – масла, сметаны и муки. И несмотря на увлечение низкокалорийными продуктами, самые популярные торты в Круглом – сметанники. От них поправляются? Не знаю, если честно. Судя по нам, наверное, нет, немного. На фабрике в этом году взяли еще 8 человек на производство и 10 для открытия новых торговых точек. Ведь круглянские тортики теперь популярны и в областном центре, и в соседних Витебской и Минской областях. В будущем их продукция, мечтают круглянские кондитеры, поедет в Россию и Польшу. Люди здесь прекрасные в Круглом. Они научились... получили, можно сказать, вторую профессию. Научились делать торты. И с удовольствием это делают. Коллектив хороший у нас. Логично лидируют по созданию новых рабочих мест Могилев и Бобруйск. Среди сельских районов Могилевский, Осиповичский и Горецкий.